Здравствуйте, это программа «Тема дня», с вами Вера Таран. Уже в эту субботу в Твери стартует очередной третий гастрофестиваль «Верхневолжье». И по этому случаю у нас сегодня в гостях бессменный вдохновитель, организатор Ирина Шереметкер, которая также у нас представляет и является президентом Ассоциации туризма в Тверской области, а также она является заместителем председателя Постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству Законодательного собрания в Тверской области. Ирина Викторовна, не будем ходить вокруг да около, давайте сразу. Чем на этот раз фестиваль будет отличаться от всех предыдущих? Чем собираетесь удивить гостей? Первое, что мы чем собираемся удивить, это новым местом проведения фестиваля. Это ландшафтный парк Тьмака. Мы долго думали, где проводить это мероприятие, потому что на площади Славы площадка вроде плохая, но в жаркий день там не очень уютно, около Викинга тоже места мало. И вот родилась такая мысль, чтобы увеличить время проведения гостей на этом фестивале, очень хорошо подходит как раз этот парк, потому что там и река, и деревья, и, в общем, инфраструктура соответствующий, поэтому с помощью вот таких мероприятий как раз такие места и начинают жить. На самом деле место интересное, мы там были, посмотрели, и я думаю, что в перспективе, конечно, там такие мероприятия будут как раз приживутся. Да. Кого из гостей ждете? Знаю, что немало, и причем таких очень топовых людей. Благодаря тому, что фестиваль приобрел такую известность, нас решил посетить Константин Ивлев. Это мы все знаем, программа «На ножах». Очень такой известный шеф-повар. И он приедет к нам в рамках своего гастротура. Это будет первая точка по России, наш фестиваль. Потом он отправится и в Ярославль, и в Владимир, но мы будем первыми. Константин будет здесь готовить солянку на костре. Сам лично будет готовить. Мы ему подготовили уже помощников, обеспечили продуктами, которые выращены на Тверской земле, и водой из Кашинского источника Анны Кашинской. И поэтому мы можем смело говорить, что наша солянка будет тверской, потому что она будет, за исключением там оливок, она будет полностью из продуктов тверского происхождения. Поэтому я думаю, что надо обязательно попробовать. Во сколько можно приходить и дегустировать? Фестиваль начнется в 10 часов, то есть уже все площадки будут открыты. Там обширная программа, которую можно посмотреть на сайте «Гастротверь». Официальное открытие будет в 12 часов, и в 13 часов начнет Константин Ивлев готовить свою солянку. Насколько я знаю, это не единственный такой именитый гость, который посетит Тверь и фестиваль. Кто будет еще? Я думаю, что еще будет один человек, который потом будет очень частым гостем нашего города и области. Это Игорь Олегович Бухаров, президент Федерации рестораторов-ательеров. Причина, по которой он прибывает к нам в Тверскую область, в Тверь, это не только посещение фестиваля, а главным образом это заключение соглашения с Ассоциацией туризма и Федерации рестораторов-ательеров об открытии представительства. И мы уже запланировали большой спектр вопросов, которые будем обсуждать с бизнесом на деловой встрече в 2 часа в Императорском дворце. Затем у нас будет очень интересная экскурсия, о которой я хотела бы, наверное, поподробнее рассказать. Да, конечно. Этикет и гастрономические пристрастия императорской семьи. Вот такая экскурсия. Но для Игоря Олеговича мы проведем и гостей. Мы проведем эксклюзивный вариант, расширенный этой экскурсии, для того, чтобы погрузить наших гостей в ту атмосферу, в которой пребывали в нашем дворце императорские семьи, великие князья, которые не просто проезжали мимо, как во всех путевых дворцах это принято, а они жили и даже
и гостили, и жили, и влюблялись, ели, пили. То есть все, в общем, полная жизнь. Полная жизнь, и мы хотим через их как раз пристрастие к еде показать именно, как они жили. То есть тут очень серьезная гастрономическая составляющая, которая дает посыл, отсыл к истории. Ну, еще в планах... Да, потому что я так понимаю, что с императорским дворцом у вас вообще планов-то громадье. Да, на самом деле мы нашли очень такое серьезное взаимопонимание с руководством императорского дворца, которое нам предоставило вот возможность работать с лучшими искусствоведами, с которыми мы вас обязательно познакомим. И уже в течение полугода ведется работа по формированию вот этого контента и для экскурсии, и вообще формирование контента для самой кухни, рецептуры и правил подачи, традиций и остальных элементов, как бы составляющих. И возникла идея, что уже она не возникла, она назрела в связи с проблемами вот, исторической подачи, чтобы не было таких случаев, как завернуть пожарскую котлету в лаваш. Сейчас мы будем скорее уже, как бы я могу говорить об этом, мы при поддержке императорского дворца будем открывать студию или лабораторию, где будем адаптировать вот эти вот исторические рецептуры к современным реалиям, используя в первую очередь наши продукты, и потом уже будем смотреть на продукты других производителей. Хорошо. А где, скажем так, обычные граждане могут узнать про эти экскурсии? Вообще, как они могут туда попасть? Ну, есть сайт, ссылочку мы дадим. Мы обязательно, да, дадим титрам. Да, можно записываться на эти экскурсии. Они будут проходить в течение 2 дней. Сейчас это такие пилотные запуски будут, поэтому надо обязательно быть. Потом, возможно, программы будут меняться и переформатироваться, но этот в течение этих 2 дней будет с дегустацией проводиться экскурсия. И 24-го будет экскурсия в 11:12 и в 3:30. Ну, скорее на 3:30 там будет все места забронированы. И на следующий день, 25-го, мы тоже планируем ряд экскурсий на сайте, можно с ними ознакомиться, о время проведения, которые мы постепенно переводим формат однодневного фестиваля в двухдневный, потому что такие мероприятия, они гораздо более эффективно работают и для предпринимателей, которые участвуют в фестивале, и вообще для гостиничного бизнеса и развития туризма, когда мероприятия становятся многодневными. Ну вот фестиваль растет, развивается, да, увеличивается число участников. Интересно, такой чисто гастрономический вот вопрос. Вот эти рецепты традиционной, да, исконной русской кухни, вообще как они восстанавливаются, откуда они берутся? Берутся вообще отовсюду сейчас, кому что в голову взбредет. Никакой системы, никаких гарантий их историчности. Может быть, я не отрицаю того, что могут быть какие-то просто традиционные блюда, они тоже имеют место быть, и их надо поддерживать, но определенные рецептуры, они должны сохраняться, как, допустим, история пожарских котлет, она такая очень известная, и ответственность именно на этом блюде очень серьезная, поэтому здесь мы можем гарантировать, что источники будут достоверны, потому что императорский дворец входит в десятку самых известных и лучших объектов историко-культурного наследия России. И у нашего руководства императорского дворца есть доступ к любым архивным данным любых территорий, если это нужно будет. То есть мы, ну, конечно, мы в первую очередь начнем с наших таких специалитетов для того, чтобы
наши рестораторы смогли этим пользоваться и тем самым привлекать и туристов, и гостей города, ну и, соответственно, нас, жителей в том числе. Как так вот именно Константина Ивлева удалось заманить? Ну, потому что фестиваль приобрел известность, он назывался «Вкус Верхневолжья», сейчас он называется «Верхневолжье», но «Вкус Верхневолжья», вот он привлек, конечно, Константина. Я думаю, что в будущем мы тоже будем, мы будем поддерживать этот проект, и он существует, и все будет в развитии, я думаю, что очень интересно. Ну вот какие еще площадки, да, мы поняли, что станет гвоздем или даже гвоздями программы, да, фестиваля. Какие еще площадки будут на празднике? Что там еще будет работать, где смогут отдохнуть граждане? Там будет площадка ресторанного бизнеса, которые подготовили сюрпризы для наших гостей и жителей в виде определенных блюд. На самом деле уже третий год проводится фестиваль, и если объекты питания поддерживают, то они уже внедряют эти блюда у себя в меню. И можно будет отведать на фестивале, и, соответственно, потом, если они понравятся, всегда можно покушать в ресторане. Будет площадка для презентации региональных проектов. Это из Осташков, с Андреаполя, с Лихославля, с Кашина будут предприниматели. То есть у нас регион вообще очень хорошо поддерживает. Угу. Причем в прошлом году мы начали такую практику, что приглашать на нашу площадку и районы Тверской области. Причем на самом деле получилось в прошлом году самая такая атмосферная площадка около на берегу Волги. И именно там были представлены и селигерские рыбники, и селигерская уха, и в этом году андреапольское варенье из сосновых шишек, и сосновых побегов, и сосновых там еще чего-то. Там много всего. Самое главное, что уже как бы мы там занимаемся собирательством ягод, и мы уже наладили контакты там с нашими производителями, которые используют эти ягоды у себя в производстве. То есть таким образом я фактически пытаюсь поддерживать территорию свою, где у меня избирательный округ, для того, чтобы люди имели работу, а другие люди имели выгодные условия для покупки нашей же ягоды. То есть вот таким образом мы развиваемся. Безусловно, отличительной особенностью вообще нашей Тверской области это является наша вода. И это ключевое, как бы, наше преимущество нашей территории Верхневолжья, потому что у нас берут начало три великие реки. Это Волга, Западная Двина, и чуть пониже в Смоленской области, практически на границе Тверской, берет начало Днепр. Все эти реки текут в разных направлениях и впадают в разные моря, соответственно, в Каспийское, Черное и Балтийское. Таким образом, мы находимся на территории великого водораздела, и под нами такой мощный пласт воды, и мы именно поэтому питаем на 70% Московскую область водой. И, соответственно, вода на истоке чище, чем вода. Ну, это не поспоришь. В низовьях. Это как бы то, для чего нужно ехать к нам в области, есть нашу еду. Вот, хороший посыл, Ирина Викторовна, большое спасибо за вам участие. Спасибо. Ну, а мне кажется, по-моему, все аргументы в пользу того, чтобы в эти выходные, а именно в субботу, посетить этот гастрономический праздник, не только все посмотреть, поесть солянку Ивлева, но и многое другое, ну, по-моему, они исчерпывающие. Поэтому приходите, наслаждайтесь, кушайте, будет вкусно и интересно. Это была программа «Тема дня». Всего доброго, до свидания. До свидания.